Просто как-то ты подкручиваешь странно. Ты меня подкрутил в особом создании, да? О! Офигеть! Я попал в 0,1%. Это что, прикол? Да ладно! Друзья, всем привет! 27 октября 2024 года. Сегодня разберем акцию, которая называется «Сокровище Адена», а также откроем лутбоксы на 1000 рублей. Погнали! Сокровище Адена. Акция доступна на серверах Essence и длительность составляет 23 октября до 6 ноября 2024 года. Здесь у нас добавили новые лутбоксы, называются «Дух с сокровищами Адена». Лимита на покупки нет и стоимость 100 эль монет. То есть за 1000 рублей мы можем купить себе 80 штуков. Вот очень неудобно сделали то, что раньше здесь можно было прям сразу же посмотреть гарантированное получение, случайное получение вкладочки, почему-то сейчас не сделали. Я надеюсь, то, что их вернут. Если нового слышат, то, пожалуйста, верните, потому что сейчас сделали прям ужасно неудобно. Во-первых, у нас здесь есть купон на снаряжение, сразу же выпадает 4 штуки, да, с одного лутбокса, то есть на 80 умножаем, 320 таких купонов точно мы получим. Опять же, давайте, чтобы посмотреть, что это такое у нас, заходим сюда, потом в использование и дальше в обмен в инвентаре. Тогда мы только можем понять, что мы можем за это получить. Ну вот здесь у нас получается за один купон фрагменты руны развития, осколок талисмана Бенира, купоны на обмен на Гатиона Духа. Ну вот для новичков, мне кажется, это неплохо. Да, вот кто прям только-только сейчас начинает, там немножечко забустить персонажа недорого, это нормально. Дальше. Здесь у нас венец героя самый такой интересный, да, вот что мне больше всего необходимо, например. То есть за один лутбокс мы получаем 4 купона, здесь стоимость у нас 3 купона. То есть, ну, больше чем 80, там больше в районе 100 наборов модификации венец героя должно быть за 1000 рублей. Не знаю, нормально это или нет, мне кажется, все равно немножечко дороговато, да, сколько у нас стоит плюс 6, 200 с чем-то, то есть там получается в районе 3000 рублей будет сделать плюс 6. В общем, ладно, еще к этому вернемся. Для новичков неплохо, но вот для ребят, которые уже немножечко забустились, мне кажется, акция это не особо интересна. Идем дальше. Что у нас здесь? Здесь, ну, вот эти вот части мы не будем рассматривать особо, чтобы не тратить время. Я посмотрел, примерно прикинул, не особо это выгодно. То есть здесь у нас заточки есть, обычные, улучшенные для эпика. Дальше большой усиливающий камень. Печать Грана 25 штук, то есть за 1000 рублей мы можем получить 250 печать Грана 1000 рублей, то есть 10 вот таких больших усиливающих камней. То есть, опять же, да, неплохо для новичков. Если хотите там догнать ребят, которые уже подзабустились, вы можете там свои венцы, например, потыкать вот этими большими усиливающими камнями с 5 до 6, очень легко вот этим камнем улучшить. Да, 6 до 7 уже там значительно сложно, а 7 до 8 там прям вообще очень маленькая вероятность. Идем дальше. И здесь у нас самое интересное, это вот то, что мы можем сделать. Золотые вот такие купоны на усиленное снаряжение. То есть, во-первых, мы можем... Для этого нам необходимы обычные купоны, да, которые мы получаем 4 штуки с одного лутбокса. Также мы можем еще при помощи печати Грана взять 5 купонов на снаряжение. Необходимо для этого 3 печати Грана. То есть за 1000 рублей, да, если вот, например, 240 печати Грана, это 80 бытраев было. Ну, чуть побольше получается у нас. 80 умножаем на 5, 400 купонов за 1000 рублей, да. И вот мы можем сделать за 400 купонов. Ну, здесь даже не хватает на 2 трая на самом деле. Ну, давайте посчитаем, как будто с 1000 рублей мы имеем 2 трая. Здесь вот эти вот купоны золотые должны падать у нас, я посчитал, да, если вот эта вот часть у нас не падает, то в среднем где-то с одного трая должно падать 2.3 золотого купона. Если мы берем большое количество, если вы, грубо говоря, делаете 10 траев, у вас будут падать и такие, и такие, и такие, и такие. В среднем я насчитал 2.3. Я надеюсь, не ошибся вроде бы в подсчетах. То есть в основном будет лететь... 50% это либо один купон, либо у нас летит с 50% вероятность 2 купона от 2 до 10, да, то есть здесь 50% и вот в эту часть 50%. Ну, я примерно прикинул, получается 2.3, вроде бы не ошибся в подсчетах. То есть для чего нам нужны эти купоны? Да, 2.3 это с одного трая получается, если с 1000 рублей, как будто у нас, да, получается 4.6. Ну, давайте 4 купона будем считать, 4 купона за 1000 рублей. Пользование, заходим. То есть здесь мы за 500 рублей можем взять купон на Гатион Духа, потому что 2 нужные купона.
За 1000 мы имеем 4. 4 здесь нету. Но вот есть, кстати, упаковка плащ защиты плюс 8. Получается меньше, чем 1000 рублей. По-моему, вот это, кстати, неплохо. Плащ защиты плюс 8 за там в районе 700-800 рублей. Довольно-таки неплохо. Актеон яйца дракона плюс 8. 2500 рублей. То у нас здесь по венцу героя плюс 8. 180 купонов. Делим на 4. Там получается в районе 45 тысяч рублей. Дорого. Очень дорого, мне кажется. То есть не стоит этим заморачиваться. Ну, у кого, опять же, да, кто сколько зарабатывает, мне легче, кажется, заморочиться и сделать венец героя плюс 8 при помощи черных купонов. Вот. И, по-моему, больше здесь особо интересного нету. Так что давайте сейчас будем открывать лутбоксы. 80 сундуков. Добавляем 3-4. О, как залагало-то у меня, прям офигеть. Реально лагает. Пока что ничего интересного нет. Нет, все. На этом все. От купонов на снаряжение упало 420 штук. Печати Герана 106. То есть это вернулось чуть меньше, чем на 500 рублей. На 400 рублей примерно вернулось. Ну, кстати, купонов неплохо нападало, да, вот если просто брать печати Мегерана, то как раз у нас получается где-то на 1000 рублей 420 мы и получаем. Лучше тогда, да, вот то, что я объяснял, то, что мы рассчитывали 4,6, там вот это, да, вот я объяснял, сколько стоит венец героя, лучше тогда исключительно делать это при помощи вот лутбоксов, лучше не в особом создании, где мы меняем 3 печати Герана на 5 купонов, лучше получается при помощи лутбоксов это выходит дешевле. Ну и опять же, да, у нас падает печать Герана, которую мы также можем обменять. Получится еще больше купонов. Упаковка браслет для талисманов 4 уровня 4. Особое зелье восстановления хп, усилитель краски, упаковка браслет призыва Гатиона, брошь. Ну, короче, ерунда. Ну и давайте попробуем сделать 2 трая на эти золотые купоны. В один попадаем. О! Офигеть! Я попал в 0,1%. Это что, прикол? Да ладно! Мне так никогда в жизни не везло, офигеть! С двух попыток! Тогда сейчас продолжаем. В общем, на все эти купоны я набрал себе 9 плащей защиты плюс 8, которые мы сейчас будем точить на плюс 9. Напоминаю то, что я уже точил штук 12, у меня ни один на 9 не зашел. Также талисман властителя плюс 8, на мне сейчас 7 благой, так что мы его будем ломать. А может быть попробую получится заточить. Также талисман Адена у меня на мне сейчас 7, и сюда запихиваю 8. Давайте тогда сразу же не будем тянуть и будем сразу тащить. У меня, кстати, еще порошок эликсира, 2 попытки есть. Ну-ка давайте тыкнем, я про это совсем уже забыл. Не часто в игру захожу, обычно у меня просто на автофарме. Может быть еще в 5% попаду. Еще одна попытка. Нет, не попадаю, окей. Талисман Адена 16% вероятность. Нет. Получается благословенный талисман властителя плюс 7. Так, у меня, кстати, по-моему, есть... Ну-ка, могу я использовать очки решимости или нет? Да, могу, давайте использовать. Нет, блин. Окей, теперь остается тогда заточить плащ защиты на плюс 9. Буду массовый однозначно. процентов вероятность. Да ладно, снова ни один, блин, не попал. Бог дал, бог взял. Ну ладно, в любом случае, как бы талисман властителей, талисман Адена взял. Ну, как обычно, разыграем 2 промокода среди людей, которые написали комментарии к предыдущему ролику. Олег Анатольевич, подкрученный опять меня бортанул с кодами. Нет, вот сейчас тебе повезло. Том Нолайн, привет, спасибо за разбор. Не за что. Друзья, если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока. Так нет, посмотри, я согласен, что ты не подкрутил. Просто как-то ты подкручиваешь странно, ты мне подкрутил в особом создании, да? Да, блин, ты мне шанс заточки из-за этого уменьшил, блин. Ты что-то неправильно подкручиваешь. Вот когда фантатика мне подкручивает, вообще проблем никогда не бывает. Ну как ты мне подкручиваешь постоянно какое-то гонево, блин. Вас там по объявлению что ли набирают или как?